Мистер Прайс? Оливер Прайс! Я сломаю дверь. Чувак, остынь. Что? Я хочу помочь. Делай, как я. Мистер Прайс, это Сэм. Винчестер. Вы Сэм Винчестер, хранитель знаний? Да, как вы... Я мысли читаю, забыли? А вы? Что вы такое? Я ангел. Этого не может быть. Почему? Потому что я атеист. Уже нет. Это вы? Было дело. Я больше этим не занимаюсь. Быть среди людей сродни аду. Они только и делают, что чешут языком. Рехнуться можно. Потому что вы слышите их мысли. А ваши не слышу. От вас исходят только цвета. А вот у этого хиппи в голове какой-то жуткий тип, похожий на хоббита. В тюремной камере. Это небесная тюрьма. Что, на небе есть тюрьмы? Да, есть. Нужно кое-кого оттуда вытащить. Ясно. У нас там есть свой человек. Помогите поговорить с ним. А если я откажусь? Вы же читаете мысли. Пойду, все приготовлю.